Всем привет, мои хорошие. Начинаю свой влог. Как обычно, наверное, да, уже у нас в традицию вошло в машине. Смотрите, как у меня волосы уложились, да, сегодня после работы. Как обычно в машине, как обычно после суток. Девчонки, я сейчас подъехала к Wildberries, мне нужно забрать там заказ. Я заказала там йогуртницу и микрофон для караоке, потому что наш сломался. Опять мы очень любим. Я вам сейчас все покажу. Йогуртницу заказала, потому что идет посылочка, заказ мой с сайта Bugsdrav. Там косметические продукты и много-много заквасок для йогурта. И я выбрала, девчонки, для сыра себе, потому что творог я умею варить и без заквасок. И сыр я еще никогда не делала. Солнышко у нас. Сыр я еще никогда сама не делала, но я безумно люблю мягкие сорта сыра. И мне хочется вот по типу моцарелла, да, но моцарелла дорогая, и я хочу попробовать. Так как у меня много бывает молока, мне дают его за вредность, да, мне надо его куда-то девать. Творог и творожные запекатки уже надоели. Хочу попробовать йогурты делать и сыр. Вот, ну все, сейчас одевать буду маску. Кстати, маски, девчонки, про маски хотела сказать, у кого еще масочный режим, он, наверное, у всех еще. Вот самые лучшие, которые мне пришли из Василька, по-моему, в подарок, да. Смотрите, вот у которых такие тряпочные ушки. От всех остальных, от одноразовых вот этих синих и другие с подобными ручками у меня болят жутко уши. А когда они вот такие вот тряпочные, никакого дискомфорта вообще не возникает. Поэтому вот я прямо эти маски стираю, утюжу или дезинфицирующим средством прохожусь, сушу и ношу дальше. Самые удобные масочки. И они прилегают плотно, нигде ничего. Поэтому вот пока... они. И еще, девчонки, осталось мне несколько дней, наверное, еще одну смену на работе, потом я ухожу на дело, блин. В военный госпиталь, в госпиталь по ковид, поэтому вы меня не теряйте, я постараюсь сейчас за эти дни наснять как можно больше контента для вас. Сейчас заказ Эйвен должен прийти, надеюсь, он придет в пятницу. Сегодня у нас что? Сегодня у нас среда. Вчера сделала заказ, надеюсь, что в пятницу придет, и я вам сниму и заказ, и там новиночки, естественно, взяла. Взяла все помады, сводчи, сделать вам в заказе. Я не знаю, правда, какое видео выйдет раньше, да, влог или заказ. Наверное, заказ все-таки. Я как-то побыстрее их стараюсь вам выкладывать, потому что беру новинки, много новинок. Ну все, девчонки, я пошла в Wildberries, сейчас покажу вам, что там заберу. Забрала, девчонки, вот такой вот микрофончик BBK. Во. Ну, такой обычный совершенно, 180 рублей он, по-моему, стоил. Мне до этого был навороченный, беспроводной, который заряжался. И что-то быстро он у нас как-то сломался, дети его сломали. Вот обычный микрофончик, который проводной. Пусть будет лучше такой, мне не больше нравится. И, собственно говоря, йогуртница. Это, девчонки, йогуртница Galaxy. Сейчас я вам попробую как-то показать. Мы с вами ее подробно тогда рассмотрим, когда придет моя посылочка с Bugsdrav. Может быть, сегодня даже, а может, завтра. Посмотрим, изучим. Она недорогая, 1300. И здесь много баночек. Здесь действительно много баночек, поэтому вот я выбрала именно ее. Я такую в Эльдорадо хотела купить, но Эльдорадо что-то в этот раз удивил. Ну все, девчонки, я поехала домой. Что-нибудь интересное с вами сегодня обязательно сделаем. Масочки какие-нибудь или подождем заказик Эйвен, потестим их в этом видео. Посмотрим. Вот. Ну что, девчонки, забрала я посылочку Bugsdrav. Пришла она, кстати, довольно быстро. Вот так это выглядит. Я вам все ссылочки на сайт, где можно купить заквасочки, где можно почитать, как все это делается, я вам оставлю обязательно. И на каждый товар тоже постараюсь оставить ссылку под видео. Итак, давайте ее вскрывать. У меня там три косметических продукта. Мы с вами обязательно потестим их. И закваски сырные, как бы не повредить. И... йогуртные. И еще у меня закваски для иммунитета, потому что это сейчас очень актуально. Я решила именно такие попробовать. Я вообще впервые занялась йогуртоделанием, и мне безумно интересно на самом деле. Так, девчонки, открываю коробочку. Вот так сбоку открыла. Сейчас все достану, и мы с вами посмотрим поближе. Вот, девчонки, какие закваски. Это сычужный фермент. Закваска иммуна и закваска йогурт. Вот такая вот. Здесь 5 стиков в коробочке по 3 грамма. Так, кому интересно, могу показать вам состав. Лактобактерии, да? Состав у них потрясающий. Смотрите, хранить при температуре не выше минус 12, 24 месяца. Или 9 месяцев при температуре не ниже плюс 6. Вот. Так что лучше, конечно, их положить в холодильник. Смотрите, какая богатая микрофлора у иммунити. Прям действительно богатая. Сырчужный фермент. Класс. Так, и этот у нас такой же. И что заказала я из косметики? Первый продукт, девчонки, это маска для лица пробиотическая.
антивозрастная. Очень хочется потестить. Флакончики такие классные. Смотрите. Наносим предварительно очищенную кожу. Через 15 минут снять остатки салфеткой. Так, второй продукт. Крем дневной из этой же линейки для всех типов кожи 35+. Нанести каждое утро на предварительно. Это утренний у нас дневной крем. Так, и третий продукт. Это у нас лифтинг-сыворотка для лица. Серум. Вот информация. В качестве основного крема можно, да, и совместно с основным кремом усиливать действие крема. Да, все сыворотки у нас усиливают действие кремов. Я в последнее время пропускаю этот этап, потому что сыворотки действительно усиливают действие кремов. Я убедилась на собственном опыте. Производство 6 мая, все свеженькое. И срок годности 9 месяцев. Не выше 25, да, если, то есть у нас жарче сейчас 25 будет, конечно, лучше положить на дверь в холодильник. По ценам вас, девчонки, сейчас сориентирую. Вот, заквасочка 1,55, другая 65, да, один стик. Сырная подороже получается. И вот масочки и сыворотки не очень дорого, 380-500 рублей, если этот продукт достойный. Это совсем недорого. Ну что ж, девчонки, сегодня будем с вами на ночь ставить, делаться йогурт в моей новой йогуртнице. Я уже там все изучила, пощелкала, пожмакала. И, конечно, попробуем с вами вот эти продукты. Мне так нравится вот этот формат, что такой удобный дозатор. Прям хочется даже по аромату попробовать. Давайте кремушек дневной хотя бы посмотрим пока. Мне прям очень любопытно. Ой, он такой слегка желтоватый. Видите? Слушайте. Еле-еле уловимый аромат. Приятная душка, не пойму чем. Потому что еле-еле уловимый такой. Продукт достаточно легенький, это хорошо, потому что иногда возрастная линейка, она бывает довольно питательная, а моя кожа, если честно, этого не любит. Да, продукт очень легенький, на коже как немножко подтаивает. Знаете, чем-то таким приятно парфюмерно-аптечным пахнет. Очень интересно. Так, ну все, девчонки, совсем скоро будем с вами готовить йогурты. Ну что, девчонки, приступаем к изготовлению йогурта. Бакздрав вообще в этом плане молодцы. Они прислали по каждой закваске подробную инструкцию. То есть вообще молодцы. Я ознакомилась обязательно совсем подробно, потому что на самом деле это важно, чтобы продукт получился действительно полезным и качественным. Я беру сейчас закваску йогурт. Один такой пакетик, да, у нас 55 рублей, по-моему, стоит. Рассчитан на литр от 1 до 3 литров. И потом один йогурт мы можем применять как закваску к молоку. То есть бактерий хватит на повторное использование. Несколько раз можно. Смотрите, как выглядит. Здесь 3 грамма. Я использовала вот такое пастеризованное молоко, простоквашино. У меня было, наверное, больше пол-литра, 0,7, наверное. Но рекомендуют все равно его еще раз пастеризовать. Потому что в теплом молоке не только полезные размножаются бактерии, но и вредные. Я поставила молоко в кастрюле на плиту. И нам нужно его нагреть до 70-80 градусов, не доводя до кипения. Хорошо, когда есть термометр, да, погружной такой. У меня его, к сожалению, нет, но я приблизительно знаю, потому что делала творог, до какой степени нужно нагреть. Это сейчас произойдет все быстро, молока здесь немного. Мы нагреваем, потом нам нужно резко охладить. До 37, по-моему, где-то 40 градусов охладить. Я не знаю, я, может быть, вот это теплое молоко поставлю в холодильник на 10 минут, а тем временем простерилизуем баночки. Все то же самое, девчонки, можно делать в мультиварке. Просто здесь как бы по баночкам у меня вот это вот приблуда, я вам ее уже показывала, я ее изучила. Она довольно удобная. Смотрите, здесь таймер, на сколько часов, плюс-минус вы хотите. Я буду, наверное, часов на 10 ставить на ночь, да? Пусть будет так. Сейчас у нас уже вечер, вот как раз я поставлю, к завтраку будет готово. У меня в комплекте здесь было 9 баночек, но я не буду их сейчас все использовать. Я на один день приготовлю, на завтрак нам 5 хватит вполне. Молоко у нас остыло, мы его резко охладили, и теперь я сюда засыпаю закваску. Наверное, половина пакетика, потому что молока не литр, а можно вообще даже этот пакетик на 3 литра растягивать. Как следует все перемешиваем. И будем разливать по баночкам. Размешиваем, размешиваем хорошо, чтобы закваска разошлась по молоку. И будем разливать сейчас в баночки. Вот таким вот половничком с носиком удобно. И ставить их в йогуртницу. Разлили по баночкам. Я ничего в этот раз не добавляла. Когда приготовится, можно, в принципе, добавить все, что угодно. И сахара, кто не любит классический йогурт, и фрукты. И шоколад, кому что нравится. Накрываем все это дело крышечкой. Так, закрылось. О, все, закрылось.
И выставляем время. Я поставлю на 10 часов. Так, все, и он начинает готовиться. Ну что, девчонки, настало время потестить и косметические продукты Бакздрав. У нас сейчас вечер. Так, у нас здесь с вами маска для лица 35+, антивозрастная, мультивитаминная, крем дневной и сыворотка. Но я крем дневной сейчас использую как ночной, потому что мне не терпится. Сейчас буду очищать свое лицо. У меня закончилась эвенская мицеллярка. Нашла в загашнике вот эту свою любимую, кстати, от Faberlic. Для тех, кто ищет, девчонки мне как-то писали, спрашивали мицеллярку для подростков, для нежной подростковой кожи, да, кто уже пользуется, девочки, косметикой, доченьки, да, вот это вариант. Гипоаллергенная, вообще не щипит глазки, великолепная. И без эффекта панды сейчас покажу вам. Это же давно она у меня, наверное, в обзорах не мелькала. Квадратный диск из Фикса. Единственное, что у меня здесь сейчас на веках тени Avon, которые не очень хорошо поддаются смыванию мицелляркой. Ну, более-менее. Вот. Что ты, пупсик? Я хотела тебе сказать. Катюн, я снимаю видео. Можно потом? Спасибо. Так. Ну вот, видите, она без эффекта панды. То есть у меня хорошо смоченный диск. Никакого раздражения, хотя в глаза попадает. И попадает много. Она великолепно снимает макияж. Без остатка. Попадает персик. Даже, девчонки, раньше, скажу вам честно, эту мицеллярную воду не смывала. Она настолько комфортная, что прям вообще. Дальше, конечно же, пенка Avon NutriFix. И потом приступим с вами к тестированию масочки. Ну вот и все. Так, теперь у нас, девчонки, масочка. Так, вот она. Номер 36 у нее, если кто будет на сайте искать, да? И здесь у нас с вами сколько миллилитров? 50. У всех удобные дозаторы такие. Так. Как выглядит наша масочка? Ой, беленькая, красивая масочка. Вот так. Запах такой же, как мы сегодня крем с вами тестили. Такой еле-еле уловимый, девчонки. Прям вот минимальная какая-то парфюмерная отдушка. Так, мы с вами наносим масочку на 15 минут, а потом снимаем остатки салфеткой. Ой, какая приятная текстура. Знаете, на что похож? На маску Биомику. Ну вот на что-то такое увлажняющее. Еле-еле уловимая душка, прям даже не пойму, есть ли она. Есть, но минимальная. Так, лифтинг-эффект. Текстура очень нежная и вроде как невесомая, но когда наносишь на кожу, понимаешь, что это действительно будет увлажняющий продукт. Ну, не знаю, девчонки, вот с опытом это уже чувствуется, да? Я прям уверена, что она круто увлажнит кожу на все 100%. Но не будем забегать вперед. Вот прям на Биомику по консистенции. И вот так, как сливочки такие, знаете, да? Как косметические сливочки. Очень приятная текстура. Я масочки везде наношу. Вы уже знаете, под глазки и над глазками. У меня тут еще, видите, недоразумение на лбу вскочило какое-то. Ну, не вскочило, уже там остатки. Мне, в принципе, если прыщик искакивает, то он дня за два проходит. Но вот след пока еще остался. Хотя я минеральную чистку делала, и все. Прям в центре, знаете, хоть прям туда звезду прилепляй. Так, как следуем, все увлажняем. Нашим векам оно тоже нужно, увлажнение. Веки у меня сохнут, бывают, девчонки. Поэтому увлажняющую масочку я всегда на них наношу. Им сохнуть нельзя, а то появятся морщинки. О! Все, девчонки, так, 15 минут хожу, и будем с вами, наверное, не салфеткой, а спонжем. Я люблю это делать. Антивозрастная, мультивитаминная. Ну все, засекаю время. Ну, вот, девчонки, маска почти везде впиталась. Вот, допустим, на подбородке у меня как будто ее вообще нет. Вот, когда скатываешь, скатывается во многих местах. Она впиталась и на веках вообще впиталась. Вот где нужно было увлажнение. Так, сейчас буду спонжиком вот таким вот ее смывать и оценим результат. Ну и что, девчонки, по результату? Кожа просто круто увлажненная. Даже, знаете, вот так, когда рукой проводишь, есть большая разница между шеей и лицом. Вот тут прям персик шелковый такой, знаете, а дальше вот прям чувствуется, вот реально чувствуется разница. Очень круто увлажненная кожа, в хорошем состоянии, мне кажется, даже слегка подтянутая.
Как думаете, девчонки, напишите. И цвет. Цвет тоже выровнен тон. И она прям действительно круто увлажнена. Веки вот особенно прям классно. Когда они увлажненные, девчонки, на них практически нет морщин. Только вот этот залом, да. Когда они действительно правильно увлажнены, настолько, насколько им это нужно. Когда веки мы не увлажняем, то мы видим здесь много заломов. Вот здесь много морщинок. Как показать? Сделать так, образуются, да, вот они прям видны. Когда кожа хорошо увлажнена, этого нет. Поэтому круто, мне нравится, я в последнее время очень люблю такие продукты. Классная маска, действительно понравилась, прям вот ура. Так, дальше у нас с вами идет лифтинг сыворотка для лица, тоже пробиотическая для всех типов кожи 35+, номер 41, девчонки. Тут такой же дозатор. О, она уже, знаете, такая слегка желтоватая. Я не хочу даже сейчас применять тоник, потому что хочу именно действие этой серии оценить. У нее я вообще никакой отдушки не чувствую. Такая вот она тоже как кремообразная слегка, да, но на коже, смотрите, она как будто подтаивает. Но чувствуется тоже увлажнение, потому что это комплекс 35+, значит, он уже направлен на решение определенных проблем. Она такая, знаете, не то чтобы водичка. Вот кто пробовал Faberlic линейку Blom, там сыворотка водичка. Нет, здесь чувствуется структура и чувствуется увлажнение. Прям вот, ой, как классно. Вы знаете, мне даже слегка напоминает корейские средства по уходу за лицом. Потому что есть необходимое увлажнение без какого-то перегруза. Прям вот увлажненная, хорошо увлажненная кожа, девчонки. Я уверена, что сейчас, когда впитается, мне очень хочется прямо на декольте нанести этот продукт, на самом деле. Увлажните шею. А то масочку мы там не делали. Вот так. Круто. Да? Прям хорошо увлажненная кожа. Супер. Мне кажется, вот на лето даже одной этой сыворотки будет для ухода, для хорошего качественного ухода достаточно. Поверх сыворотки, конечно, мы с вами попробуем же крем. Он хоть и дневной, но очень хочется. Тоже пребиотический, 35+, номер 31. Так. Кремушек. Мы сегодня уже его пробовали. Вот, я думаю, мне вполне достаточно. Поверх сыворотки и даже на декольте. Для чего нужны сыворотки, девчонки? Если кто не знает, сыворотки нужны для того, чтобы лучше работал крем. Проникал в более глубокие слои кожи и лучше работал. Глубже, лучше и решал проблемы наши, да? Вот. Поверх нанесли кремушек, и мне кажется, они сыворотка очень похожи. Но, по крайней мере, я не могу сказать девчонке, что он там гораздо плотнее ее. Он тоже такой достаточно, ну как, средний, не вода тоже, но и в то же время не тяжелый. И тоже отличное увлажнение. Прям вообще супер. Я завтра попробую его еще на дневной основе. Насколько им заблестит мое нормально-комбинированное лицо. А иногда и жирное, я уже вообще не пойму. Вообще оно мне сейчас нормальное. Классно. По первым впечатлениям, самый ярко выраженный запах у маски. Ну, по сравнению с другими продуктами, а так он вообще почти неуловимый. Классно, мне нравится. Прям до кожи дотрагиваешься и чувствуешь, что она наполняется влагой, что она прям вот, да. Еще, кстати, один секрет, девчонки, про увлажняющие крема. Увлажняющие крема не будут работать, если у вас в помещении низкая влажность. Увлажняющие сыворотки, увлажняющие маски, увлажняющие крема пойдут только во вред и будут из вашей кожи эту влагу высасывать, а не отдавать. Вот, имейте в виду. Так что, если у вас в квартире сухо, ну, сейчас, в принципе, не должно такого быть, потому что отопление отключили, на улице довольно холодно и дождливо, по крайней мере, у нас. Вот, ну, а так... Когда пользуемся такими продуктами, особенно если у вас сухая кожа, то я вам советую либо полотенце развешивать, либо увлажнитель. У нас, например, есть увлажнитель, и в сезон отопления он пашет. Сейчас пока стоит без дела. Нравится, девчонки, правда, нравится. Очень похож на корейский уход. Причем на элитный корейский уход. Он у меня есть, где там крема по 3-4 тысячи. Прям вот он дает такое же увлажнение. Посмотрим, что завтра с утра будет с моим лицом. Завтра с утра с вами посмотрим йогурты. Они стоят у меня, готовятся. Попробуем их. Ну, а пока всем спокойной ночи. У меня пройдет целая ночь. А у вас одна секунда. Всем доброго солнечного утра. Я проснулась. Смотрите, на улице уже какая красота. Я собираюсь на работу. А сейчас мы с вами посмотрим, какой получился йогурт. Вот таймер уже, видите? Off. И вуаля. И что же у нас здесь такое? Девчонки, смотрите, какой он густой.
Обалдеть! Ничего себе! Вообще, я очень хочу попробовать. Вау, вы это видите? Ой, у меня тут что-то прилипло. Господи, какой он нежный. Вы себе не представляете. Его и без всего вкусно есть. Обалдеть. Просто обалдеть. Сейчас вот эти баночки. И причем никакой излишней кислоты нету. Вот эти баночки нам сейчас нужно закрыть, убрать в холодильник. Одну я сейчас замолочу. Две возьму с собой на работу однозначно. Очень вкусно, вообще потрясающе. Девчонки, такой, смотрите, какой он красивый и нежный. И ребенку надо две оставить. Положите ей туда клубнички, может быть, сахара, потому что так она не будет, наверное. Девчонки, ну я в диком восторге. Это такая вкуснота. Вообще. Класс. Вот так хочу тоже попробовать. Оп. Это клубника. Перетертая немножко с сахаром. Ой, ну это вообще блаженство. Просто. Знаете, как раньше, в детстве летом, ели клубнику с сахаром. Кто с молоком, кто-то, знает, с сметаной. Мы всегда с молоком ели. Вот это вообще супер. Девчонки, что хочу сказать по вот этим прям средствам. Допила свой кофе. У меня с утра, наверное, впервые за несколько дней кожа не опухшая. И поэтому я делаю вывод, что она у меня опухает лицо, кожа опухшая. Вот сказанул, еще мозг, наверное, спит. У меня оно опухает от крема Варио, я так поняла, потому что он, наверное, мне все-таки тяжеловат. Питательный у меня вот этот на ночь, я его последнее время каждый день использую, и он мне тяжеловат 100%. Сегодня с утра я проснулась не опухшая, потому что применяла вот эти вот средства, поэтому все, Варио я дамажу только на декольте. И больше не буду возвращаться к кремам из этой линейки. Только, наверное, к аквалифтингу, сыворотки, или как она у нас, эликсирчик, да, под номером 2. Вот. Что сейчас будем делать? Мне девочка в Инстаграм одна написала, что сейчас какая-то новая тенденция на утренний уход с гидрофильным маслом. Не вечерний, а именно утренний. Говорят, что она мне написала, что это типа сейчас модная, вот такая вот тенденция. Оно-то у нас предназначено для удаления загрязнений таких вот косметических, да, больше вечерних. Ну, не знаю, мы сейчас попробуем. Она попросила потестить этот уход, сейчас потестим. У меня гидрофильное масло ICL от Faberlic. Я крайне редко им пользуюсь. В основном, знаете, когда мицеллярка кончится, потому что не хочется перегружать свою кожу. Маслица довольно жиденькая. Ну, сейчас, девчонки, мы с вами совершим утренний уход гидрофильным маслом. И посмотрим, что из этого выйдет. Но я не думаю, что что-то там прям случится такое. Это, мне кажется, корейская тенденция. Они, наверное, день и ночь гидрофильным маслом омываются, потому что они любят, когда кожа сияет, да? Вот все ночные загрязнения на этот раз мы с вами уберем именно им. Вот так. Ну и буду смывать. Ну, в принципе, девчонки, прикольно. Кожа-то от гидрофильного масла такая сразу гладенькая и очищена хорошо. Поэтому прикольно. И сияет. Вот. Мне кажется, особенно для сухой кожи подойдет точно. Но тоже главное не переборщить, и гидрофильное масло выбирать правильно, да? Классненько. Для того, чтобы потом нанести макияж, не хватает легенького, только кремушка и все. Ну, у меня, как всегда, не все так просто. Мы будем с вами сегодня применять маску «Арктическая брусника». Я бы с удовольствием нанесла масочку от Бакздрав. Но я ее вчера вечером наносила, а так часто не будем. Утренняя у меня вот эта «Арктическая брусника». Я вам в видео про масочки говорила. И «Бабушка Агафья», я их чередую. Потому что они охлаждающие, на утро тоже очень здорово подходят. Не, классно, девчонки. Вот кто не любит травматических каких-то умываний по утрам, особенно у кого кожа сухая или склонна к шелушению, мне кажется, утреннее умывание с гидрофильным маслом – это вещь. Очень прикольно, кожа сияет. Так что почему бы нет?
Так, сейчас нанесу масочку, похожу 15 минуточек. Масочку смываю. Она, кстати, не очень легко смывается. Она не в корку застывает, естественно, да, видите? Она какая-то становится липкая. Но эффект мне очень нравится. Корку протонизируемся. Ох, красота. Тоник немножечко сейчас подсохнет и нанесем сыворотку. Девчонки, вчера после того, как я нанесла сыворотку крем, вы видите, что на лице, видели, что на лице было сияние. Хочу сказать, что минут через 10 все как-то подвпиталось, и кожа была практически матированная. Мне это очень нравится, и я буду, да, на дневной основе пользоваться и сывороткой, и кремом с большим удовольствием. Прям вот понравилось. Я, кстати, постриглась еще. Девчонки, отстригла кончики, сухие не все, конечно, но по максимуму, чтобы не быть опять сильно короткими волосами. Да, голову помою, сегодня вам покажу. Так, лифтинг сыворотка. Погнали. Ее не сильно много нужно, наверное. Ну и в целом, что хочу сказать по поводу Бакздрав. Мне прям очень понравились вот эти уходовые средства. И сыворотки, конечно. Я посмотрела вчера, как нужно делать сыр. Я буду делать моцареллу. У ребят есть группа по сыроварению ВКонтакте. Я вам ссылки все оставлю в инфобоксе. Там я вчера нашла рецепт подробной моцареллы. Так, теперь кремушек. И я буду пробовать. Он не такой... Нет, но он тоже долгий. Но там частенько надо вымешивать, потом разрезать на кусочки, потом вытягивать. Но я все равно попробую сделать. Обязательно по этой инструкции. Возможно, в следующем влоге вместе с вами попробуем это сделать. Потому что сыр я этот очень люблю. Там, конечно, не как с йогуртами. А просто и быстро. Нужно будет повозиться, но мне кажется, это того стоит. Ну все, девчонки, вот. Красотка. Ну что, девчонки, поехала я на работу. Собралась наконец-то. У нас такая жара сегодня, вот как на работу, так всегда. Прямо вот с утра уже я в такой с коротеньком рукавом кофточке. Очень тепло и классно. Солнышко, зелень. Йогурты безумно понравились. А в следующий раз обязательно буду пробовать готовить какими-нибудь ингредиентами сразу. А так мне очень понравились нежные, густые, вообще прям ложка стоит, все как положено. Но этот влог буду заканчивать, мои хорошие. А в следующем каком-нибудь одном из влогов мы обязательно с вами попробуем приготовить моцареллу. Я уже сохранила себе рецептик. Так что все полезные ссылочки, что касается Бакздрав, косметики, заправок, группа ВК, сыроделия, заквасок, точнее, я оставлю в инфобоксе под видео. Проходите, смотрите. Цены там очень демократичные. Вот. Не дороже, чем в аптеках стоят такие продукты. Ну и все, девчонки, на этом с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую. Берегите себя.